Один из коллег наших находится сейчас в тюрьме по обвинению в растрате государственных средств. Я знал этого человека и знаю. Я верю в его порядочность, верю в его честность. Еще я знаю из собственного опыта, что театр – это то место, где нет ни нефти, ни газа. И здесь не на чем зарабатывать. Здесь люди, в общем, в принципе, только отдают. И думаю, что в этих словах меня бы КС тоже поддержал.